Слава Украине, при этом от Полонского. Германия огласила новый пакет военной помощи Украине. Ну, немцы оглашают эти пакеты с периодичностью, может, там 7 дней, 10 дней, иногда 2 недели. То есть постоянно приходят новые. И вот этот посвящен в основном, скажем так, боеприпасам. Давайте посмотрим, что. Прежде всего, у нас много гепардов сейчас, вот этих вот танков ПВО, да. И к ним мы боеприпасы получали, откуда только не получали, из Бразилии, из каких-то складов, из Германии, из каких-то складов. Их не было много, этих боеприпасов. Вот. И тут Rheinmetall поставил свою линию по производству этих боеприпасов уже непосредственно в Германии. Соответственно, мы сейчас первый раз получили 10 080 боеприпасов для зенитных установок «Гепард» уже с этой линии. То есть не надо больше бегать по всему миру. Есть линия, которая работает четко для Украины. Далее, это хорошо. Следующее, 8,5 миллионов различных патронов для стрелкового. Понятно, это расходуется, это очень нужно. Дальше, 27 тысяч 40-миллиметровых боеприпасов, это для БМП, немецких БМП и БТР. Бронированный мостоукладчик «Бивер». Вот это интересно, у нас каждый раз становится больше и больше мостоукладчиков. Ну, посмотрим, где их будут применять. Ничего, ни на что не буду намекать. 32 грузовика «Зетрас». Но дело в том, что вот это Германия поставила как страна. А есть еще поставка от самого «Мерседеса», там 100 грузовиков, те же самые «Зетрас». Это полноприводные грузовики. 4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков. Это постоянно нужно. 4 погранавтомобиля тоже нужно. И 20 тысяч защитных очков для солдат. Отличная вещь, нужная в армии. Вот. То есть Германия каждую недельку нам подкидывает что-то, что абсолютно необходимо для обороноспособности Украины. Ну что, спасибо, но хотелось бы, что правильно, ракеты «Таурус». Я думаю, что этот вопрос тоже порешается. И очень скоро.